Что это за вилка? А вилка откуда? А это тебе уже какая разница? Где отсюда, говорю тебе? Берите камеру. Мне интересно, откуда вилка? Отходим назад. Ребята, золотая вилка откуда? До первой машины. До первой золотая машины. Вилка откуда у него? До первой машины. До первой машины. Если сперли, хочешь спрячься? До первой машины. Не сперли, а взяли под охрану. Вот берут под охрану ковры. Теперь их будут охранять прямо в бронетранспортере. Да что там ковры? Брали под охрану любую мелочь. Вот видите, что-то там раздобыл и несет охранять. Торопится, бежит. Вот берут под охрану отделение банка. Снято камерами наблюдения. Деньги, правда, к сожалению, увезли, но все равно есть что поохранять. Оргтехнику, компьютеры. Но приятнее всего было брать под охрану личный автотранспорт. Хозяин, правда, не отдает, но тот, кто собрался поохранять, он с автоматом, видите? Стрельнул, и готово. Хозяин сбежал, а машина под охраной. Теперь за нее можно не волноваться. Она в надежных руках.